Об этом нам сообщает Ньюзруком. Сейчас будем разбираться, что там произошло. Президент России Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой в Сочи, посетил птицам, тоже, как мы все с вами помним. Ни один президент, ни одно первое лицо страны не может похвастаться. За все это же, вот две римские императоры любили очень животных, держали леопардов, львов, тигров, как-то нет, конечно. Танцеваться надо.